там. Я гей! Это мы все прекрасно знаем. Да, я угадал, ну все, погодите. Девушка сдохла, девушка умирает! Девушка тонет, а я тут купаюсь! Лена Головач, Ленка. Это женщина. Ленка Головач, Ленка. Лена, Лена Головач. Вот. Лена Головач. Головач Лена. Так, кого? И она тебя... Она меня любит? Она меня того... По-жестокому просто. Хардкор. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жиндосом мы будем продолжать нашу рубрику, которая называется «Импровизация». Ну вот в чем проблемка, Жиндос-то сегодня придет ко мне, но Жека сегодня опять не может выпустить видос, ребята, у него там какие-то проблемы, то ли с компьютером, то ли еще чем-то, у него там видосы не записываются, мы в принципе даже не знаем, как их выкладывать, но Жека там уже разбирается с этой проблемой, поэтому я уверен, что завтра... Он уже выпустит видос. Так что, ребят, не переживайте, все нормально. А сегодня пригласим Жеку ко мне. И что я им построил в этой серии? В первую очередь, ребята, поставьте огромные пальцы вверх на этот видос, как обычно, чтобы быстрее выпустили новую серию импровизации, чтобы у Жеки быстрее все там наладилось, починилось. Чем будет Жека сегодня заниматься у меня в серии? Жека попал в детский лагерь. Но в этом детском лагере происходит много всяких странных вещей. Тут цыгане вот тут гуляют, то его тут его возлюбленная ждет, вот Ленка Головач его ждет, да. Она была в одной серии троллинга, но немного ее помнят, но все же, ребята. Мне интересно, как Жека, сможет ли он вообще сегодня догадаться, кто он, где он и многое другое. Ребята, если вы не знаете правила данной рубрики, то в описании есть плейлист со всеми этими сериями, которые мы уже до этого выпускали, поэтому обязательно посмотрите, поймете, в чем суть этой рубрики. А сейчас мы будем начинать. Жека! В общем, ребята, Жека пришел ко мне на карту, он уже ни хрена не слышит, поэтому мы сразу же будем сейчас приступать к карте. Можешь идти, давай. Я могу идти, я понял. Шуруй. Отлично. Давай. В общем, стой. Не, вернись назад, развернись. Сюда. Развернись. Сюда. Вот. Это... Я гей! Это мы все прекрасно знаем. Да, я угадал, ну все, погодите. Можете, да. Подожди. Это лагерь. Не, я не гей, это просто флаг гейский. Он уже вырезает вот этот кусочек гей. Да, он уже сказал, что он гей, ну ничего страшного. Жека, это лагерь. Это гей. Гей. Развернись, дебил. Сюда. Это лагерь. Типа... Сообщество геев. Нет, лагерь, детский лагерь. Типа, я приехал, лагерь, пионерский детский лагерь. А, это армия. Армия геев. Вот какой ты придурок. Геи нет. Тут нет геев. Нету тут. Понял. Геев. Заколебал. Лагерь. Дети сюда идут купаться, отдыхать. Лагерь. Это база отдыха. Лагерь! Все, понял. Детский. Гейский лагерь! Нет! Детский! Детский! Это похоже на гейский! Ладно. Так, ты попал... Знаете? Нет. Ты куда, попал сюда? В детский лагерь. Разворачивайся. Сюда. Ты тут будешь это спать. Мой домик. Ты тут будешь спать. Я в нем сплю. Ну тут я... Нет! А тут туса! Кровати нету свободных! Ага, а? Нету кровати свободных! Типа, это сидит тут, это сидит... Занято все. Они мои друзья. Они мои враги. Они тебя они падлы мой дом захватили. Да, они... Да? Тут... Понял. Подожди, они тут спят. А ты... Отвечу. Я хочу спать, они меня выгоняют. Да, можно так сказать. Поэтому, иди. Сюда. Сзади домика, иди сюда, да. Нет, налево. Куда, налево. Сюда? Да. Иди прямо. Я иду сюда. Да. Ты тут спать будешь. Это я тут буду спать? Да. Они сделали тебя бомжом. Ну, в принципе, можешь идти. Зачем? Я сплю. День на улице, зачем спать? Иди. Тут кровать, это мое место. День на улице, день. День на улице. Зачем спать? Понял. Все. Я все равно хочу спать. Я не а эти патлы заняли мой дом. Во-во. Я буду спать тут. Не. Короче. О, темнеет, можно спать. Ничего не темнеет, иди. Могу идти, понял. Жека, это очень странный лагерь, очень странный. Вот я даже не знаю, что тут происходит. Да. Иди сюда. Да. В общем, а что цыгане в лагере забыли? Туса. Нет, это цыгане, как я вижу. Пикник! Смотри. Лагугарача! Не-не-не, они там типа. Нет? Смотри, цыгане, да? Лошади украли. Цыгане. Кони!
Кони. Кто коней ворует? Они с конями. Это ты с конями, извращуга? Нет. Нет. Цыгане обычные. Они геи. Девушка. Это девочка? А почему она одноглазая? Откуда я знаю? Это волосы, это волосы. Вот. Они цыгане. Цыгане. Я понял. Глазик. Цыгане. Тут на пикник. Вышел. Подожди, подожди, подожди. Лошадь. Цыган! А, я хочу своровать коня! Они! А, это цыганы! Цыганы! Цыганы, понимаешь? Цыганы украли лошадь. Типа, дай ручку позовать! Не-не-не! Ручку позовать! Он цыган! Вот, это цыгане. Цыганы. А я хочу, я стану цыганом, я украду их лошадь. Нет, я вообще не понимаю, что они тут забыли. Это детский лагерь. А это моя лошадь! Это детский лагерь! Я сам не знаю. А, ты не знаешь? Я не знаю. Цыгане! Ну и похрен, пусть крадут. Цыганы! В лагере. Цыганы. В лагере. Чё они тут делают? Чё они тут забыли? В лагере. А, чё они тут забыли? Вот, я сам не знаю. Я откуда знаю? Наверное, лошадь хотят украсть. Лошадь хотят украсть. Лошадь. Красивые кони. Они, наверное, хотят украсть. Я возьму коня. Они. Я стану цыганом. Надо позвонить полицию. Типа, цыганы хотят лошадь украсть. Понимаешь? Они хотят... А, да. Я им позвоню коня у них, того. Нет, полиция, типа. Полиция! Лошадь хотят украсть, пил. Я позвоню начальнику этого лагеря. Такой, у вас тут цыганы. Полиции. Полиция. Цыганы. Полиция. Полиция. Ха! Товарищ майор. Начальник. Разрушите. Начальник. Полиция. Пил, полиция. А, ну, полиция. Вот, надо полиции позвонить. Мне нужно телефон найти. Ладно, это потом. Главное, чтобы лошади были на месте. Давай дальше. Давай. Поставь на цыганов. Да вообще поставь. Пусть они тут тусят. Давай, да, иди. Иди сюда. Сюда. Да. Вот детский. Сюда. О, там бабенцы, надо с ней покупаться. А ну иди сюда, мадама. Она захлебнулась, она сейчас сдохнет. Надо ей... Она сдохла. Откуда дыхание? Вот, а, откуда дыхание? Не делается, она умерла. Надо ей вот это сделать. Понял? Искусственное дыхание, а потом, как это, херня, массаж сердца, массаж сердца, сиськи пощупай ей. Я его тыкаю. Массаж сердца! Как? Делай! Не надо мертвую девушку вот это самое. А что с ней делать? Все, сдохла. Не, подожди, она была в бассейне, да? Бассейн. Я купаться, мне купаться надо. Ну как хочешь, на самом деле. Можешь купаться? Я хочу прыгнуть туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Это, конечно, все очень круто, ты понимаешь, там девушка мёртвая. Тут выхода нету! А зачем ты меня специально сюда забанил? А зачем ты прыгнул? Ты сказал, туда нужно прыгать. Поэтому девушка и сдохла. Ты меня обманул. Я понял. Девушка сдохла! Девушка умирает! Девушка тонет, а я тут купаюсь. Ты дебил! Вот я вообще как дебил. Ты вообще, конечно. А я тут при... Я ведущий. Заставил меня прыгнуть. Я ведущий. Девушка умирает, а я тут купаюсь. Вот именно. Вот видите, какой дебил. И что мне теперь делать? Девушка умирает, а он купается. Как вообще? А зачем ты прыгнул? Я ломаю. А зачем ты прыгнул? А что я тогда умру? А за... Так девушка поэтому и умерла. А она уже умерла. А я сейчас умру. Девушка умерла, а он купается. Типа, пофиг на девушку, я пойду купаться. Какой он придурок, Жак, ты такой дебил. Что мне делать? Ты такой дебил, я даже не знаю, что тебе делать. Ты придурок. Как мне это выбраться? Я выбрался. Я профессионал. Да, ты выбрался, все. Похрен на девушку, она уже рипнулась. Можешь, ну и хрен с ней. Да, я тоже. Понятно. Тупая была баба. Умерла каким-то образом. Вот тупая. А ты ей позволил. А? А ты ей позволил умереть. Ну у нее-то нет гейммода, я-то вылетел. Ты ее не спас. Ну она говорит тупая, геймод не могла включить. Это ты тупой. Подохла, зла задохнулась. Это ты тупая, не надо она. Лестницу с собой носить. Вот именно, потому что ты тупой, зачем ты прыгнул в бассейн? А нафига я ее не хотел спасать? Ну потому что ты тупой, ты человека не хотел спасать. Да нахрена она мне нужна, она тупая, геймод не могла включить. Короче, все, забей. Жека. Лена Головач. Вот именно. Здорово, Ленка. Это женский детский лагерь. Это моя мама. Нет, женский. Женский детский лагерь. Кто? Женский. Кто она? Подруга моя. Женщина. Женщина. Вот. Женский лагерь. Женщина лагерь. Женщина. Лагерь. Женский много, лагерь. Много, большая женщина. Сильная. Подожди. Женщина. Закрой рот! Женщина. Женщина. Женщина.
Сиськи. Женщина. Кто она? Ну, женщина. Все, остановись. Что это? Лагерь. Женщина, лагерь. Женщина, лагерь. Женский лагерь. Вожатая. Женский лагерь. Что это? Что это? Лагерь. Лагерь. Кто это? Женщина. Лагерь женщины. Ты что, дурак? Женский лагерь. Вожатая в лагере. Нет, это женский лагерь, вот. Женщина, мать твою, я тебя сейчас убил нахрен за кокошу дубинкой. Женщина, лагерь. Лагерь. Женский лагерь. А, тут только бабенцы. А что я тут делаю тогда? Да я сам не знаю. Вот, блин, это женский лагерь. Женский да, лагерь. Лагерь женщин. Вот, вот. А ты мужчина, хоть. А ты, я мужик. Не, ну ты в принципе. А кого хрена я тут делаю? Тебе, наверное, а что ты виноват? Зачем ты меня сюда послал? Ты просто на бабу капут как смахиваешь, на самом деле. Мне так кажется. Ну, ладно, это не важно, это не важно. Вот. Лена Головач, Ленка. Это женщина. Ленка Головач, Ленка. Лена. Лена Головач. Вот. Лена Головач. Головач Лена. Так, кого? Головач Лена. Головач Лена, все понятно. Ну, Головач Лена. Ну так Лена Головач. Ну все правильно, Головач Лена. Ну, да, да, Лена Головач. Я понял, вот. В общем, ты единственный парень в этом лагере. Не ты, понимаю. Ты? Я. Нет, нет. У меня нет здесь. Ты мужик. А я крутой. Ты мужик. Я мужик. Вот, вот. Единственный мужик во всем лагере. Я один мужик на весь лагерь. Вот. Поэтому голова члена, Ленка голова. А голова члена охренела. Она тебя втюрилась, потому что ты один. Она меня не любит. Наоборот, любит. Чё? Наоборот, она тебя хочет. Ты один мужик во всем лагере. Она падла, она хочет меня выселить отсюда, потому что я мужик, а это женский лагерь. Нет, она хочет... Она меня... Ты один мужик. Фига себе. Подожди, один мужик во всем лагере. Я мужик на весь лагерь. Вот, и она тебя... Она меня любит? Она меня того... По-жестокому просто. Хардкор. Она меня любит. Она тебя хочет любить по хардкору, прям... Прям... Я не понял. Прям... Прям... Ааа, как хочет, прям... Она хочет! Жестоко! Ааа! Вот, вот, вот. Ты один мужик. Она один. Меня любит. Ну, Ленка... А я ее не люблю. Голова... Я побежал отсюда. Да, Ленка голова чё такая простая, поэтому... Жека, давай. Ой. Надо свет выключить. Ты... Я... Раздевайся. Я раздеваюсь. И с ней... Я нет, это неправда. Давай, давай. Нет, давай, нет, нет, давай, нет. Ленка, давай, давай, раздевайся. Я. Давай, Ленка, я, давай, давай. Иди сюда, иди сюда. В общем, наша Женечка не захотела дружить с головой члена, Леной Головач, да? Вот. И что делать, я на самом деле даже сам не знаю. Это все очень странно. Ну, я хотела Жеке найти пару нормальных ему, чтобы сопутствовала его по жизни. Но Жека никого не хочет любить. Это все печально. Ленка, как-то в следующий раз, не переживай. Ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Очень сильно на это надеюсь, поэтому ставьте огромный палец вверх. Если хотите, чтобы мы с Жекой продолжали записывать больше импровизации в Майнкрафте и выпускать еще больше видосов, чем мы сейчас это делаем. Поэтому, ребята, спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписался, это всего лишь одна секунда, ребята. Я буду очень сильно этому рад. И также поставьте лайк. Спасибо вам еще раз за просмотр. Всем удачи и всем пока.